Вот мы сегодня приехали на озеро, которое находится в Гаровке-1. Тут типа турбазы, что ли, хуторок называется. Девочки и мальчики тут специально вырастили сами вот эти красивые краснокнижные лотосы Комарова, дальневосточные. Это самый крупный лотос, который только существует. И вот тут такая красота. Это вот с одной стороны у них типа ручейка. Мы стоим на деревянном мостике. Вот если вот так развернуться, то тут их еще больше. Такие молодцы. Тишина, птички поют. Сюда можно приехать отдохнуть, полюбоваться вот этими цветами, послушать птички, шашлыки пожарить. Но мы приехали просто сфотографировать вот эти красивые цветы.